Кыш! Кыш! Не все сразу. Приму, сколько успею. Ну, что ты смотришь? Ты думаешь, я кто? Угу, сам ты пугало. Я директор огорода. Начальник над овощами. Кыш! Мелочь пузатая. Так и норовят на дармовщинку. Ой, я здесь уже всех птиц изучил. Он стриж низколетающий. Он чиж звонко поющий. Это вот ворона многогадящая. Иди отсюда, шизофреничка. А вот ты знаешь, как называется филин, который сидит на молочной диете? Отсюда филин. Все про птиц знаю. Эх, сколько я кресел сменил, пока до этого поста добрался. Из-за чего страдаю? Из-за своей инициативы, натура мне творческая. Где бы я ни работал, везде что-то натворил. Помню, работал я директором обойной фабрики. Ну, ты сам знаешь, какие сейчас обои выпускаются. В цветочек, в полосочку. Человек среди этого живет. Какая ему радость от этой полосочки? А я придумал новые обои с нарисованными деньгами. Представляешь, кругом по стенам трешки, пятерки, червонцы. Это ж как настроение повышает, а? Допустим, в кармане у тебя не шиша, а в квартире денег навалом. Все для людей делал. Чем они мне отплатили? Какой-то придурок отодрал от стены десятку и в гастроном. Кассирша ее взяла, говорит, какая-то странная десятка. С одной стороны красная, с другой белая. Он говорит, а мне как раз нужно бутылку красного, бутылку белого. Она говорит, ты на себя посмотри, у тебя нос красный, а лицо белое. Совсем надоели, правильно про вас в газетах пишут. Не возьму я твои десятки, какая-то она странная, новая. А в винном отделе услыхали новое, сразу слух пошел, новые деньги. Новые деньги, новые деньги, но паника началась. Один пришел пустую посуду сдавать, сразу передумал. С деньгами, говорит, еще неизвестно, что будет. А бутылки всегда вещь. Бабка какая-то вперед выступила. Точно, говорит, знаю, деньги будут менять. У кого больше 3000 отнимут. У кого меньше добавят. Другая говорит, ерунда, все, деньги вообще отменяют. Вместо них новую единицу вводят. Называется гектар Паскаля. А тут как раз милиция подоспела. Где взял десятку? Сам делал или кто помогал? Он говорит, это не я, это их кто-то там это на обойной фабрике делает. Они сразу ко мне, мне же, нет, я уже в другом месте. Директор мужской бани. Правда, в баню сейчас народ плохо ходит. У каждого дома ванна. Что в бане интересного? Шайка-лейка, вот и все, да? А я решил туда народ завлечь. Сейчас наша промышленность начала выпускать интересное стекло, полупрозрачное. С одной стороны видно, с другой нет. Вот я решил построить современную баню из этого стекла. Чтоб снаружи было не видно, а внутри люди бы мылись бы и любовались бы перед собой красотами окружающего ландшафта. Вот. Я уж теперь не знаю, как это получилось. Вот. Но со стеклом мы там что-то напутали. Не-не, внутри люди мылись спокойно.
они ничего не знали. А вот снаружи... Трамваи остановились. Передние к окнам прильнули. Задние напираю. Им же не видно. Кричат, что показывают? Передний говорит, комедию. Называется «Веселые ребята». Те поглядели, говорят, вот это да! Вот эту мужскую баню отгрохли! У них, значит, за рубежом бонием, а у нас банием! А те, которые мылись на улице, вышли, а их народ уже узнает! Браво кричат! Шайку! Шайку! Они как узнали, в чем дело, сразу ко мне. Мне же... Нет, я уже в другом месте. Эх, где я только не работал. Что только не придумал. Выключатель на веревочках, знаете? 5 раз дернешь, 1 раз свет зажигается. Моя работа. Консервы, завтрак туриста. Билеты в театр с нагрузкой. Все для людей делал. Вот однажды уже... В городе мест для меня не осталось. Стал я директор животноводческой фермы. Смотрю, коровы какие-то грустные, расстроенные. Оказывается, их каждый день гоняют на какое-то далекое пастбище. За 7 верст киселя хлеба. Когда рядом находится колхозная роща, где растет сочный питательный хмель. Направил я коров в эту рощу. Они этого хмеля поели, к вечеру их уже не узнать. Захожу в коровник, настроение у всех приподнято. Коровы сидят за одним столом вместе с обслуживающим персоналом. Доярки поют, коровы мычат, пастух уже не мычит, не телится. Но это что? Наши коровы стали давать такое молоко, что за ним в магазине очереди начались. Даже те, кто раньше на молоко смотреть не мог, и то стали брать пакет на троих. И... Трактористы с утра парного молочка приняли. Такой у них трудовой подъем начался, что они до обеда все поле вспахали, засеяли и сверху асфальтом покрыли. Короче, вызывает меня председатель, говорит, ты, говорит, что ж наделал? Пугало, говорит, ты. Огород. Взял и назначил меня сюда. Директором огорода. Хорошо. Природа. Воздух. Секретарь вон сидит на цепи. Лайт на посетителей. Все как прежде. А мне все равно где. Мне лишь бы директором.